Всем привет! Не смог удержаться, чтобы не померить очередную резину. Приехала техника, на ней стоят колеса ITP Moodlight XTR в размере 27, задние 27, 11, 12, передние 27 на 9 на 12. Вот, давление я померил, давление в колесах у хозяина этого квадроцикла 0,7. Вот. Ну, по размерам. Сейчас такой момент еще. Резина с небольшим износом. Не знаю, в процентах сколько. Ну, передних больше касается. Почему-то переднюю резину всегда у квадриков больше поджирает, чем заднюю. Здесь равномерный. Ну, тоже есть износ, но такой равномерный. Вот. По размерам что получилось? А по размерам получилось вот что. То есть, вот где посредине, между передним и задним, пунктирная линия, это 27 дюймов отметка. Видно, наверное, да? Вот, а снизу и сверху это реальные размеры колес передних и задних, соответственно. Вот, разбег где-то, ну, примерно около сантиметра. Между передним и 27 дюймами сантиметр, а между задним и 27 дюймами это миллиметров 8. Вот. Ну, так скажем, почти соответствует резина заявленным дюймам своим. Так. Ну, вот как-то так. Может быть, кому-то будет полезно. Всем пока.